Узнаете? Это наши землячки, гимнастки Дина и Арина Аверины. Их путь к большим победам начинался в скромном оснащении и не очень благоустроенном спортивном зале маленького города Заволжья. Сегодня сестры Аверины признаны всем миром лидеры мировой художественной гимнастики. Они побывали в десятках стран, увидели большой мир. Их приглашает в свою передачу Иван Ургант. О них снимают фильмы и делают репортажи мировые СМИ. Но девочки не забывают свой родной город. Каждый их приезд в Заволжье становится маленьким праздником. В своем напряженном графике они находят время, чтобы поздравить заволжан с Новым годом или поддержать нас в трудные ковидные времена. Дорогие заволжане, в это непростое время просим вас всех оставаться дома. Держитесь, не унывайте, скоро это все закончится. Сегодня в Токио открытие 32-х летних Олимпийских игр. Для Дины и Арины эти дни кульминации их спортивной карьеры. Дорогие мои любимые девочки, Дина и Ариша, вы знаете, как я вас очень люблю. Сейчас у вас очень нелегкий период, но очень интересный. Вы готовитесь к Олимпийским играм, к той вершине, к которой вы стремились все эти годы. Я верю очень в вас. Я знаю, что у вас все получится. Вы самые трудолюбивые, вы самые умные, вы самые красивые, вы самые талантливые. Идите вперед, только вперед. Мы будем за вас болеть, весь город, все ваши близкие и знакомые, вся Россия, вся Нижегородская область. Мы будем с вами. Только вперед, девочки. Я верю, что у вас все обязательно получится. Здоровья вам и всего самого-самого наилучшего. Люблю вас. Присоединяйтесь к марафону лучей поддержки Дины и Арины Авериных. Снимайте видеоролики или просто напишите им добрые слова и пожелания. Пусть наши землячки почувствуют нашу любовь и веру в их талант. Может быть, лучи поддержки с далекой малой родины чуть-чуть помогут девочкам одержать самые главные победы в их жизни.